Итак, внимание! Представляем вашему вниманию новый сайт kumak.tj. Это крупнейший сайт услуг Таджикистана. Сегодня я буду готовить всеми любимый салат «Цезарь». Для приготовления салата «Цезарь» нам понадобится листья салата, майонез, грудинка, филе, 2 помидора, 1 зубчик чеснока, натертый сыр 100 грамм, голландский сыр и хлеб. Хлеб я сейчас нарежу на кусочки и отправлю в духовку на 5 минут, чтобы они чуть-чуть подсохли. Батон мы режем такими кусочками, не мелкими, не большими. Можно их обжарить на сковородке, но я предпочитаю жарить их в духовке, сушить их. Так они получаются более вкусные и равномерно все прожариваются. 5 минут достаточно, они покрываются красивой золотистой корочкой. Чуть-чуть посолим наше филе и жарим на сковородке до готовности. Жарим филе в небольшом количестве масла. Пока жарится филе, я приготовлю соус. Для соуса нам понадобится майонез и 1 зубчик чеснока. Все отправляем в блендер. Отправили все ингредиенты в блендер и включаем его. Пока наше филе жарится, я сейчас нашинкую листья салата. Таким образом я их нарезала. Смотрите, какой красивый цвет. Сейчас весна, салат такой свежий, яркий, сочный. Сейчас нарежу помидоры. И я. Вот такими тонкими ломтиками. Таким образом я высушила сухари в духовке. Такого цвета они получаются. Ну, красивый цвет, слушай. Да. Красивый. Обжарила филе на сковороде. Вот такого красивого цвета они получились. Сейчас их я нарежу кубиками. Такими кубиками нарезала филе. Собираем салат. Первым слоем выкладываем листья салата. Поверх выкладываем наши сухари. Сверху я буду класть филе. Кладу дольки помидора. Сейчас все это залью нашим соусом, который мы приготовили. Таким образом украшаем соусом. Сверху еще выложим сыр натертый на мелкой терке. Теперь последнее украсить это все сыром. Желаешь? Все, ну все, вот готов.